Добрый день, гости и подписчики канала. Выскочил на 3 часа на пирс юг, попелькерить с органа. Обычно там много народу. Сегодня относительно повезло. Только 2 раза перехлестнулся. Сегодня была задача разловить побольше пилькеров. Надо Валик хоть поздороваться. Приветик. Как радует, что людей мало. Так это сейчас. Ну. Часики уже куча народу. Как тунца? Нет, дрона подняли, посмотрели. Ага, есть сарган. Все, да. Кидают сюда. Ну, там был прикол, что одни вообще, типа, с дрона забрасывали. А, видишь, хорошо идет. Ну, конечно. Колдунки, не сильно на саргана. Это твой тройник. Привет. Привет. Там Виталик закидывает на пирс. Привет. Тут, блин, уже становится. Если Яша. Что-то у него поклевки не вдалеко. О, хоть приятно, почти в рот взял. Хорошо, когда он не сопротивляется. Заброс. Так, подожди, все. Ну тут уже ты. Да. О, выше. Вот уже тяну баклана. Вон, тяну баклана. Да. Тебя сказал сейчас. Или я все-таки, я не знаю, кого-то тяну. Не, я думал, что уже утку тяну. А он как раз и нырнул. А он и нырнул. Он и вынырнул. И слушай, эти, они прямо под утками. За ноги щипают. Ну, блин, что такое? Второй раз уже. Да, тут у меня было, тут я 4 раза сходил. Заброс между уток. Уже 3, не понял, они что, плодятся? Да. Уток целюсь. Ну, этот уже не сойдет хотя бы. Зеленой горки на платнике ловили, я такую особенность заметил. Вот он не берет, проходит моторный вот. Угу. Блин, сразу. А ты тогда говорил, да. Вот помнишь, да? Да, ты мне тогда говорил, и так как раз вот там что-то как раз шел. Угу. Да, конечно, там зеленой горкой никого там не было. Почему-то крупный мал, да? Ну, не знаю. Это может не ее там ездит, а не ее места. Раз. Заброс.
взял. Тут уже хоть побольше. Еще на него там летят, да? Не, я тихонечко. Я же сейчас наоборот же. То я тут у меня несколько сошло, но там маленькие были. Этот уже хоть достойный размер немножко. Взял у тебя, да, близко здесь. А он гонял, видно было. Он бежит. Аккуратно заброс. Как иначе? Томаш вместе вот. Хороший, смотри, смотри, смотри. Они за ним тут все уже. Ну хоть немножко пошел побольше трошки, знаешь, так а то. Видать, знаешь, он прогнал уже тех. Когда это было, до войны зеленая горка, вот в этом году только первый раз на пилькер нормально стал ловить. Да, понимаешь? Так и он и не ловился. Ну вот, так я ж поэтому, я люблю, у меня щука и сарган, вот эти два этих самых определяющих. И... Так, заброс. О, как они красиво гоняют. Блин, и блин, сейчас промазал кто-то. Не, ну конечно, мне понравилось, как он выпрыгнул, блин. Может что-то там удастся увеличить, но херня, конечно, далеко. Правда, у меня в холодильнике лежит прошлое, сарган. Ну вот. Ух ты, ох, как котел. Бах, промазал. Заброс. Утром сегодня штиль был, да? Да. Как в городе. В городе и на рыбалке он другой. Нет, ну я имею в виду, ветра не было. Заброс. Ну что там, бомбарда говорит? Бомбарда есть. Бомбарда есть, но мы в курсе, да. Да. А рыба? Рыба есть. А на крючок ловится, на червяка? Ловится. Или уже пилькер туда уже хочется вцепить? Хочешь, могу пилькер вцепить. Но тогда я стану возле тебя. Не-не, все нормально. Офигеть. О, бля, а что это такое? Ты спросил. Кидай. Куда? Куда? Кидай куда? Куда? Что лучше? А хвост откуда начинает? От головы. От анального или где-то аж середины? Так, что ж ты? Заброс. Олег тянет. Был за клюк. О, это хороший. О, ну, не спеша. Паузы стал делать, не знаю. Медленнее проводка. Да, да. Сейчас стал чуть-чуть. Ну, ну это, ну, правда, так. Давай уже. Ну, хоть эти уже размерчик такой, что уже хоть чуть-чуть больше. Ну, видно, что там крутились, крутились, и дело не кончилось. Результат. О, хорошо идет. Заброс. Хоть раз, что ты прям... Ну выкидывай, ну может там зацепишь и барахлится. Ну что, он сейчас насмотрится, а будет знать, как все делать.
Да я ж как, я наоборот не ловлю, у меня же другая методика, просто постоянно менять. Там же в основном все про птиц, да? Да. Валиком хорошо стоять, мы с тобой синхронно. Я жду, когда ты забросил, знаешь, так, туда-сюда. Подождал, пока Андрей опустил что-то. О. Раньше было пару штук, они что-то. Как понизить силуэт. Я уже думал, он ушел, а он и ушел. Глоток можно? О, а что, кстати, на эту напильки, на эту дайву ловится, надо попробовать. Я на такую не ловил. А, тогда не надо, я лучше приду. Машину. Слушай, мне нравится эти дайвы. Не, не взял ничего на стик. Сегодня еще не взял. Я просто видел, что ты... Я пробовал, но не взял. И вот на эту юпаду было две поклевки, но не взял. Слушай, такие... Ой, какая красота, красота! Ой, блин, этого можешь выбрасывать. Это не... Я в основном у него и беру, но я сразу беру как бы там по несколько штук он сразу. Смотри, как он в клюв хорошо взял. Тебя маленький, конечно. Да. Оп, вот она, кондочка сработала. Хорошо, нет, у тебя есть такой же рассвет. Посмотри рассветку, у тебя такой есть. Не смотри, берет клюв. Не надо. В 5:30, чтобы меня здесь не было. Или там без 15:06. Так, надо посмотреть. У кого-то есть? Где-то пол. Сейчас. Где-то пол. Сколько время? Время у кого-то есть? Так, 10 минут. Сарган и все. О, вот он последний. Только чтоб донести. Крайний. Да, крайний, хорошо. Крайний, все. Это... Хорошо, все. Этого поставят с тобой. Все. Не, ну еще одну хотя бы. Не, все. Все, обещал. Зато помнить будете, что слово. Прошло, а ну посмотрите. Валика будем помнить вас. Да. Все. Подведем итоги. За 3 часа сарганы были пойманы на 8 пилькеров. Анаконда и дайва разловлены впервые. На епада были нереализованные удары. На стике воблеры поклевок не было. Отличное настроение. Всем ни хвоста, ни чешуи.